Здравствуйте, дорогие друзья, вы на канале HiDesert Info. Сегодня расскажу, как на устройстве Poco M4 сделать сброс настроек камеры. Чтобы на данном устройстве сделать сброс настроек камеры, нам будет нужно перейти в саму камеру. В самой камере в правом верхнем углу будет нужно нажать на эти три прочерка, после чего перейти в настройки, и уже в настройках в самом-самом низу у нас будет сброс настроек. Переходим в сброс настроек, подтверждаем, и все настройки камеры были сброшены. На этом все. Спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь и до свидания.